Здравствуйте, дорогие зрители, это канал «Охотники за брендами», с вами Наталья и Ирина. У нас наступило лето, скоро на газонах появятся первые отдыхающие, вот так выглядят летом наши газоны. Ну а мы с вами займемся делом, нас ждут секонд-хенды, и мы начинаем наш обзор с сумок, которые нам удалось найти за это время. Приятного просмотра! Начинаем мы наш обзор с сумки «Fossil», которую мы нашли в магазине «Киломакс». Сумка выполнена из натуральной кожи и замши. Различных цветов полоски вы видите скомбинированы розового цвета, бежевого, цвета салатового. Очень красиво подобраны цвета. И сочетание цветов позволит дополнить, наверное, любой образ ваш летний. И смотрится она очень неплохо. Скорее всего, что эта сумка оригинальная. Сейчас вы видите на замочке надпись этого бренда «Fossil». И вот такие широкие ремни, достаточно брутальные, но очень хорошо сочетаются с полосками. Сумка стоила 19,60. Сейчас вы видите внутри вот такая подкладка, тоже оригинальная, и надпись бренда «Fossil». И так эта сумочка смотрится с вот вашим летним образом. По-моему, достаточно неплохо выглядит. Вторая сумочка, которую хотим вам показать, сплетенная. Мы знаем, что летом, дорогие зрители, вас радуют такие плетеные сумки. Очень интересная у нее форма, зауженная к низу. И сумка выполнена в черном цвете, но с золотыми ручками. И у нее очень интересно декорированы, сделаны полоски из пайеток черного цвета. И они придают ей такой достаточно летний, какой-то легкий такой образ, потому что все цвета, которые окружают эту сумку, отражаются в этих пайетках. Сумочка из силикона. Первый раз встречаю в секонд-хенде. И довольно интересная. Все элементы прошиты, сделаны достаточно качественно, но производителя тоже не нашли. И она достаточно дорогая была. 20,90 стоила эта сумка. В магазине нашли вот такой рюкзак River Island. Абсолютно новый, у него даже ценник висит с тех времен, когда он продавался в магазине. Вы видите, что все ручки, вся упаковка присутствует. И, в принципе, неплохой рюкзак. Я думаю, что цена у него была где-то в пределах 9-10 евро, потому что он достаточно был легкий. Еще одна сумочка, на которую мы обратили внимание, достаточно оригинально выглядит. Прозрачная верхняя часть, внутренняя часть разных цветов. Я не обратила внимания, из кожи она сделана или нет. Скорее всего, что это кожезаменитель. Так вот она выглядит. Фирма называется Parfois. Не знаю, правильно ли я назвала. И стоила эта сумка 16,60. Сейчас я взяла для примерки довольно интересную льняную тунику. Приятного очень розового цвета. С разрезиками, с пуговкой впереди. С пуговицей впереди и вышивкой. Вышивка, скажу честно, мне не очень понравилась как-то она. Хотя она практически незаметна, но все-таки она там присутствует. И если я не ошибаюсь, да, кстати, в этот день все товары были по евро 50. Поэтому, конечно, это для такого изделия в таком состоянии недорого. И вторая блузка, это майка, в принципе, удлиненная с короткими рукавами от Дейерберг зеленого цвета. И тоже евро 50, в принципе, почему бы не взять. Иногда попадаются вещи, о которых сожалеешь, что ты не можешь их купить. К сожалению, этот жакет был мне великоват. И несмотря на то, что сейчас в моде оверсайз, все-таки мне было не очень привычно из-за того, что он такой свободный. Рукава тоже были слишком длинные, ну а вот цвет прямо замечательный. Эти полосочки такие классные, веселые, летние и сам по себе, по ощущениям, очень приятный такой жакет. Еще один жакет от Lotus Chloe и очень интересный с градиентом пиджак, верхняя часть чуть-чуть темнее, чем нижняя. Но, к сожалению, был очень маленький размер, прямо эсочка примерить не удалось. Очень понравилась блузка Питер Хан бренд, но, к сожалению, чуть-чуть маловат. То есть по фигуре он сел хорошо, но немножко уже в груди был тесноват. И вот очень жалею, потому что обязательно бы купила себе эту блузку. Мне она очень понравилась. Блузка из льна. И тоже цена была в этот день евро 50. Сидел как будто бы неплохо. И вот если бы он уже в верхней части не был так в натяжку, я бы обязательно себе эту блузку приобрела.
и просто хотим показать находку. Такую это явно ручная работа, хендмейк, выполненная из кусочков замши. Вот такое изделие, жилетка сшитая, видите, вручную крупными стежками. Некоторые кусочки украшены дополнительно вышивкой. Возможно, это жилетка для немецкого национального костюма, а возможно, просто вот такое вот изделие. И блузку еще хотели тоже показать. Довольно интересно украшена вышивка, комбинированная двух цветов, даже трех, белая, серая, коричневая. Такая интересная блузочка с вышивкой. И хочу вам показать еще очень интересную блузку от Гарри Вербер. Это винтажная блузка или туника. Достаточно неплохо сидела. Блузка выполнена из вискозы, довольно приятная к телу, практически не мнется. Вот такая блузочка, 3/4 рукав, симпатичная. Сейчас вы увидите ее, я покажу, как она выглядит сзади. Видите, несколько цветов. Возможно, Color Point модный нынче, а может быть и нет. Ну, может быть, вы подскажете, дорогие зрители, насколько такая блузка актуальна. И еще одно платье, которое хочу показать. Это платье, скорее всего, выполнено из синтетики, но, как вы видите, абсолютно необычное. Расшитый и вышитый подол у этого платья и рукава. И, к сожалению, не был указан ни производитель, ни состав ткани нигде на этом изделии. Скорее всего, что это тоже какая-то ручная работа, а может быть, это какое-то индийское платье. Все возможно, потому что оранжевый цвет – это как раз самый любимый цвет и такой прямой крой. Ну, очень много здесь, конечно, вышивки. Вот видите, по низу идет вышивка, все вышито вручную. Хотя, может быть, это машинная вышивка, я не знаю. Но все-все-все элементы, видите, вокруг украшены вышивкой. То есть очень интересное платье, очень оригинальное. И хотим вам показать две сумки, которые нашли в винтажном магазине. Эта сумка выполнена, скорее всего, из кожи крокодила. Внутри тоже натуральная кожа. И, к сожалению, как часто это бывает, производитель не указан. Но качество изумительное, великолепное. Как видите, все детали выполнены видите, в хорошем качестве. И ручки в состоянии практически у сумки идеальное. Это такая даже не кошелек, а визитница от Косю. Как-то так. Удалось найти вот такие валенки. Посмотрите, в каком они состоянии. Очень такие симпатичные, кстати, валетки. Снаружи вот здесь вот, ну, как бы все это натуральная кожа, и цвет очень такой классный. Сейчас посмотрим, сколько весит один, умножим на 2 и поймем, сколько весит 2. Ну, вот Кларк балетки 5 евро получается. Мне кажется, что это мой размер, а может быть даже и большие. Компания 37 размер, кожаная стелька. У кого маленькая ножка, хорошая вещь. 37. Хорошенькая. Не знаю, что это за фирма. Кожаная. Еще одна примерка, это куртка от Марка Пэтсом. Она очень хорошо села по размеру, видите, практически идеально. Куртка в идеальном состоянии. На такое время, как сейчас, немножко, когда прохладная погода, но все-таки еще очень тепло. Куртка стоила 8,50 и была в практически идеальном состоянии. Еще одна куртка, которую хочу вам показать, от Эшли Брук. Это куртка уже на более холодное время года. Она с большим количеством синтепона.
но тоже достаточно легкая и по цвету такая летняя, я бы сказала. Сидела тоже неплохо, состояние идеальное, практически новая куртка, но просто немножечко, по-моему, маловато, то есть она уже совсем была в обтяжку, сидела по фигуре, хотелось что-то более свободное. Взяла, например, платье, и сначала я думала, что это платье из вискозы от Рика Кордона. Это платье, видите, такое, ну, немножко оно было мне коротковато, как будто в стиле боха немножко, с такими элементами боха, видите, планка впереди. И еще одна куртка от Urban Diva. Мы, как люди мудрые, готовим сани летом, а телегу зимой. То есть летом покупаем куртки себе. Ну, она, эта курточка, симпатичный такой цвет и фасон. Очень интересно смотрится отделка полосатая. Очень маленький размер. Это S-ка. И стоила она из всех этих курток, это была самая дорогая. И стоила она порядка 18 евро. Взяла на примерку вот такую блузку из вискозы. Но размер ее оказался 20 европейский, то есть это даже больше, чем L-ка, XL-ка, наверное. Но очень свободно. И мне кажется, что она бы немножко лучше смотрелась, если бы была чуть-чуть поменьше, размер был бы. Производитель, бренд, название бренда Ту. И вот такая примерка у нас получилась. И несмотря на то, что мы довольно часто ходим по магазинам секонд-хенд, все-таки найти вещь, которая тебе была бы по размеру и устраивала себя по всем бы параметрам, достаточно непросто. Поэтому вот эту куртку я себе купила на осень, на прохладное время года. Она имеет бежевый универсальный цвет, ее можно носить практически с любой одеждой. С моими любимыми джинсами или с такими вот белыми брюками, это все равно она подходит к любому цвету. И производитель, это фирма Adagio, 38 размер. Ну и хоть мы примеряли куртки, на улице-то жарко, практически 30 градусов, поэтому я себе, честно говоря, не удержалась, купила для дачи вот такую блузку из очень тонкого хлопка с короткими рукавами, потому что, ну, сейчас действительно на улице просто настоящая жара. Ну что ж, дорогие зрители, вот такие получились у нас сегодня примерки, вот такие вещи мы хотели вам сегодня показать. Будем очень ждать от вас комментариев и поблагодарим вас за внимание и пожелаем вам всего самого наилучшего. Пока-пока!